Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем кушать вкуснейший тортик. Такая маршмелло в форме, как сказать, в форме мороженого. И немножко мандаринов, которые я очень люблю. Начинаем всегда кушать с вашей стороны. Вроде как должен быть с бананом. Я люблю тортики с бананом. Очень сладкий тортик. Прям нежный. Но он совсем не похож на банановый. Это больше какой-то шоколадный торт. Так. Очень часто в комментариях я вижу комментарий касательно моего брата. Насчет того, что он пришел к религии. Раньше был очень нерелигиозным человеком, даже можно сказать, человеком неверующим. И вдруг так получилось, что он начал делать намаз. Очень увлекся. И мне так кажется, что он с этого пути уже не сойдет. И вот многим интересно, что же такое в жизни у моего брата произошло, что он так резко поменял свое мнение обо всем об этом. Вот. Я как бы сделала небольшое интервью у брата. Взяла Я просто помню этот момент, когда он резко изменился. У нас была с ним ссора. У нас и у мамы. То есть он поступил не очень таки хорошо, так скажем. Не буду вдаваться в подробности, дабы это личное. Где-то, наверное, месяц, даже полтора, мы с ним не разговаривали. Не разговаривали именно из-за этой ситуации некрасивой, которая получилась. Вот, и после этой ситуации, когда я уже разговаривала с ним, он сказал, что он понял, что он в жизни допускает очень много ошибок, и он хочет меняться. Я сразу не поняла, о чем пойдет речь, в каком смысле он будет меняться и что изменится. Вот. Человек, который когда-то там, не знаю, набивал себе татуировки, вдруг начал говорить о том, что он приходит к вере, то есть он будет делать намаз. Честно, мне сначала показалось, что он просто так это говорит, дабы себя показать с хорошей стороны. Но потом, со временем, когда я начала уже каждый день с ним общаться, я поняла, что он очень сильно изменился. Причем в хорошую сторону. Каждая вещь, которую он говорит, она очень мудрая. Очень умная. Мой брат перестал ругаться матом. Обычно у него там трехэтажный мат, как всегда. Я 100 раз ему говорю, не ругайся при мне. Знаете, на русском языке мат как бы привычен. Вот если ты руганешься на азербайджанском языке еще и в общественном месте, там будет такая реакция. Вот. Ну, знаете, такой пофигист был всегда по жизни. А сейчас он такой трепетный стал, не знаю, другой абсолютно. Просто как будто взяли моего брата и просто его подменили на другого человека. Вот у меня иногда складывается такое ощущение. В хорошую сторону, опять же. Единственный момент, который мне не нравится, это то, что он слишком много говорит об этом, слишком много рассказывает. Я считаю, что рассказывать нужно тому человеку, который у тебя интересуется, который у тебя спрашивает про религию. В нашем случае просто брат начинает рассказывать про все это очень воодушевленно. Видно, что это ему интересно.
что он не просто там, не знаю, где-то вычитал, а вот реально искал, находил эту информацию. В любом случае, в любой религии не говорится ничего плохого, то есть только на путь истинный. В христианстве, не знаю, в любой другой религии, в исламе. Просто мой парень очень сильно начал переживать после этого. Когда я начала говорить, что вот, мой брат стал религиозным, и это круто. Он очень боится того, что я тоже вникну во все это и, возможно, тоже покроюсь. Брат тут каждый раз ругается, говорит, ты говоришь, не дай Бог, надо говорить, не дай Аллах. Еще, говорит, обязательно в видео скажи, что ты не ешь свинину. Я такая, ну я не ем свинину. То, что мне предъявляют там, что я колбаску съела, так она у нас халяльная. Как же вкусно, мороженое. Хочешь, не хочешь, когда у тебя среди родственников кто-то верующий, ты тоже начинаешь в это вникать. Начинаешь смотреть видео. Как молла рассказывает, например, в Ютубе о каких-то моментах ислама. И действительно, иногда просто я выхожу на балкон, это абсолютно искренне вам говорю. Выхожу на балкон, смотрю на небо и думаю, что ничего бесконечного не бывает, правильно? Короче, не хочу вдаваться в подробности религии, просто хочу сказать в общем, что мой брат очень изменился. Не только его жизнь изменилась, но и он стал по отношению ко мне другой. Более внимательный, более терпимый. Чаще говорит приятные слова. Обычно он меня называл овца. А сейчас у меня брат говорит, сестричка. Разница же есть. Раньше я была овца. Прогресс. Причем, знаете, у него был друг, который как раз-таки был очень близок с религией. Вот как раз-таки он и подтолкнул его. То есть, мне кажется, просто на пустом месте прийти к религии невозможно. Наверное, тебя окружают люди религиозные, и они тебе что-то рассказывают, и ты в конце понимаешь, что да, действительно, они правы. Вот. У него был этот друг. Я не знаю, кто он по национальности, он мусульманин. Вот. И он часто рассказывал ему про ислам. Вообще никогда не думал, что мой брат может дружить с человеком верующим. У него всегда друзья были алкоголики. Шучу. Мой брательник не пропускает ни одно мое видео. Ему очень нравятся все видео, связанные с жратвой. То есть он любит мукбанки. И вы знаете, иногда, когда я иду на какой-то день рождения, и мне там говорят, ой, я смотрю твои видео, ты очень круто снимаешь. Просто у меня аккаунта нет, я тебе ничего не пишу. То есть видно, что человек не смотрит. Человеку, например, 50 лет. Но понятное дело, что ему неинтересно этот формат. Я абсолютно не обижаюсь. Я, честно, искренне не понимаю, почему некоторые мои родственники до сих пор мне говорят, что «Айка, я смотрю твои видео». Я не обижаюсь на вас, правда, если даже вы не будете смотреть. Мне приятно, что все хотят меня поддержать или хотя бы сделать вид, что они меня поддерживают. Например, 50 тысяч человек смотрят мои видео. Один из родственников не смотрит. Но это как бы особо погоду не делает.
Да и невозможно человека заставить смотреть твои видео. Невозможно. Я тебя знаю. У нас был мальчик, двоюродный, даже нет, троюродный брат. Он тоже начал снимать видюшки. Еще до того, как я начала. Давно это было. У меня мама вообще очень любит своих родственников. И она всегда говорила: Айка, давай включи, давай будем крутить, давай будем смотреть. И я, знаете, не могу себя заставить смотреть. Я понимаю, что это мой родственник, я обязана смотреть его видео. Я как-то должна поддерживать, от меня ничего не уходит. Ну, не получается. Поэтому как-то так. А брата я своего очень люблю. Я очень рада, что он пришел к этому. Потому что если бы не Вера, он бы спился, да. Вкуснотища. Вкусный тортик. Да-да-да-да, очень удобная штука. Интересно, что это красное? Непонятная какая-то трава. Вообще, я считаю, что на тортике все должно быть съедобное. Я однажды купила тортик, там такая обалденная ромашка. Я думаю, вау. Оказывается, живые ромашки просто воткнуты в тортик. Айка, расскажи, пожалуйста, сколько парней у тебя было и какие были самые серьезные и длительные отношения в твоей жизни? Я, знаете, слышала такую пословицу или поговорку. В общем, моя первая любовь – мой третий муж. Вот что-то такое, наверное. Всегда, когда в твоей жизни появляется любимый человек, ты думаешь, что до этого я никогда не любила. Я в какой-то степени согласна с этим выражением. Время лечит все, и нам кажется, что мы никогда не любили. Просто я очень рада. Единственное, я очень рада, что я до сих пор не замужем. Потому что, я уверена, если бы я была бы замужем, я бы сейчас не работала, не снимала бы видео для Ютуба, не была бы блогером. Я бы просто не смогла это все совмещать. Хоть он не маленький, в форме сердца был, было нечто. Внутри здесь какие-то шоколадные кружочки. Я думала, что он банановый, оказывается, нет. Маме сказали в магазине, что банановый. Но здесь прям бананами не пахнет. На ночь обжираться сладостями. Это мой конек. Я не знаю, я вам рассказывала или нет. Недавно, наверное, месяца два назад, к нам пришли гости. И что-то они рассуждать начали про соседа, который жил рядом. Эти были гости, связанные с бабушкиным детством. То есть это родственники со стороны бабушки. В общем, люди абсолютно мне не знакомые. Там в деревне типа есть как... У них типа там в деревне был какой-то сосед. И вот они начали угорать, что он 3 хлеба за раз съедал. Вот там смеялись. И потом такая бабушка: вы над ним смеетесь, вы бы видели, сколько она ест. Говорит, это ужас какой-то. Как 2 мужика.
И все начали смеяться, и я такая, типа, ну, шутка. Мне реально в какой-то момент стало немножко обидно, потому что вот мне много пишут, ты много ешь, но я не считаю, что я много ем. Если вы считаете, что 3 мандарины – это много, и кусочек торта, то я абсолютно с вами не согласна. Одно дело, мне хейтеры пишут, сколько можно жрать, а другое дело – бабушка. Немного, если честно, это у меня как бы в памяти осталось. То есть все начали конкретно надо мной угорать, что я типа много ем. Вот такое у нас с вами было чаепитие. Было очень вкусно. Я прям наелась. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Возможно, это для вас мелочь, а для меня безумно приятно. Всех целую, всем пока.